хочу посмотреть, как едет самолет, как он взлетает. Царапали, не разбили, и вместо того, чтобы эту услугу получить в аэропорту, я купила пленку дома, и мы приехали здесь в мотель. И случилось так, что Андрей пошел выяснять вообще, что нам как делать, а я осталась и решила, пока он ходит за мотоциклом, я стою, и ко мне какой-то дядя подходит, он говорит: «Excuse me», и там что-то. Диалог какой-то. Я встала, и у меня прям вообще мозг отключился капитально, как будто вообще. Я первый раз слышу английскую речь, у меня все слова вылетели. Все, я стою такая: I bought it at home. Стою, короче, туплю. В итоге потом пришла девушка, видимо, я не знаю, жена его, кто-то. Я не знаю, мы с ней упаковали чемодан кое-как. Потом я ей отдала эту пленку, она ее забрала. Они тоже упаковали свой чемодан. И пока мы стояли в очереди, она нас нашла и вернула. Вот. Было странно, но прикольно. Я выглядела. У нас, короче, есть денег, и нам выдали наушники. Андрей просто развивает логику, куда же, куда они вставляются. Квест от Аэрофлота. Ну я говорю, посмотри, мне кажется, вон туда куда-то. Мне кажется, туда куда-то. Разобраться, как нам снять наши русские деньги. И пока что все. Короче, путешествуем по Казахстану. Движение, транспорт, и тут, конечно, вообще трэш. Тут подрезают вообще неважно, какой у тебя транспорт, на автобусе, ты на газели, на мопеде, подрезают вообще жестко, как будто, я не знаю, у них состязание, кто выживет. Кругом куча мусора какого-то. Но тут, кстати, хорошо, мы сейчас вышли. Там, где жаль живет, конечно, немножко. Снимаем. Сейчас скажи привет моим 600 подписчикам. Привет подписчикам. Сколько там вас человек? Мало пока что. Капец, смотрите, это казахский кэш. Казахский кэш. Блин, так клёво, так красиво. Блин, класс, класс, класс. Так, поменяли мы сейчас в обменнике рубли свои российские деревянные. И мне дали красивые мелочуги. Ничего не видно, но там горы. Вот тут мы будем жить. Что-то мы целый день куда-то ходим, 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 делаем какие-то дела. Сейчас мы пришли в ЖК смотреть квартиру, в которой нужно поселиться. Вот, я уже устала, я хочу спать.
ситуация сейчас посмотрим. Правда, квартира получается не очень, в том плане, что очень дорого, потому что сама квартира 200 тысяч тенге, еще нужно заплатить аренду, еще там что-то какой-то месяц, депозит, еще что-то. Короче, не знаю, но по факту она вроде похожа на ту, которую я бы хотела, но не знаю, сейчас посмотрим. Смотрим квартиру, у нас есть балкончик шикарный, тут прям можно расстелиться, заняться йогой с таким потрясающим видом. Вот, сама квартира такая маленькая, удаленькая, кухня, муж, стол, холодильник, жалость. Вот. Короче, квартира прикольная. Шкафчик есть, такой коридор, где вещи можно оставить. Вот, ванна тоже красивая, светлая. Нет, правда, зеркала. И самая главная проблема, то, что тут вместо плиты вот это. Ходили мы в центр, забыла, как называется, нам дали договор вот такой, чтобы оплатить, мы его сейчас оплачиваем, и потом нам присваивают имя. Мы находимся сейчас в поиске посуды, но так как наш бюджет очень маленький, мы пришли просто посмотреть, как живут люди с крестьянами. А, зеркало не продается. Наверное, продается, но, наверное, то, что он был. Я не уточню, это все, что он ухала. Да. Магазин красивый, похож на Зара. Не, ну конечно, если вот этот ценник, вот этот 50, типа, не применен к этим скидкам, то еще, возможно, типа, нормально. 5 тысяч за покрывало, конечно, дороговато. Ну да, ну вот, например, сколько? 53,290 тенге. Это сколько? Ну, 10 тысяч. 10 тысяч за покрывало. Ну, 5, да. Типа, со скидкой. Ну, 5 со скидкой, но если... Это нормальная цена, даже немножко дешево. Если, например, для какого-нибудь Леруа или типа того, то это очень дорого. Короче, пока непонятно. Но очень красиво.
когда мы поднимемся, разбогатеем, мы будем покупать здесь всякую утиль. Сейчас мы когда обустроились, уже все я говорила, показывала. Я получила ННН, и так как я его получила, я вчера сходила в местный банк, он называется Каспи, получила свою карту. И в принципе все, что касается вот каких-то таких первичных штук, первичных документов, я все сделала. Можете меня поздравить. Кстати, так интересно, тут Каспи — это не как наш Сбербанк или типа того, это какой-то прям глобальный банк, которым все пользуются. Вообще завязан со всем, типа с документами, с покупками. То есть это не как банк, это как вот все в одном. То есть все запихнули в одно, и получился Каспи. Очень интересно, я вам потом, когда все вот эти вот штуки, трюки поузнаю, я вам порассказываю. Мне осталось теперь купить страховку. Я пойду в Лерон, скажу им, что все, у меня все готово, возьмите меня, пожалуйста, на работу, потому что уже нужны денежки, мы потратили очень много денег. Плюс еще у нас квартира. Вообще, честно, я вам клянусь, это квартира мечты, потому что из всего предложенного в Казахстане за ту цену, за которую мы сняли эту квартиру, ничего не было. То есть тут в таком ужасном состоянии квартиры, что просто, наверное, русский человек, который приехал с Москвы, как я не буду за других говорить, короче, для меня это сложно. Тут такие, я вот даже не знаю, как так выразиться, короче, они берут квартиру, вот есть стены, и все, и сдают. То есть там нет ничего, нет плиты, как все какое-то ужасное состояние. Ужасно мы были, у него даже нет раковины, у него нет в доме газа. Короче, не знаю. Нам, я просто считаю, что нам очень повезло с вот этой вот квартирой. И я очень рада, что она нам попалась. Причем так вышло, что это была первая квартира, которую мы посмотрели, и в нее же мы и заселились. Мы когда пришли, я уже вам рассказывала то, что тут не было плиты, и я такая, типа, тут нет плиты, нет зеркала в ванной, типа такая, А потом мы ушли, и я посмотрела другие предложения, и я такая, мы берем. Мы еще договорились с хозяйкой, она сказала, ну да, я вам поставлю, типа, плиту, духовку, все вот это вот вам сделаю. И вчера нам поставили, и все. И это просто... Еще тут такой район хороший. Я, по-моему, тоже уже говорила, то, что тут рядом суд, прокуратура, почта. Еще, если не ошибаюсь, какой-то банк, местный МФЦ. Видно горы. Короче, просто место идеальное. И я просто очень рада, что мы тут живем. Вот еще что хотела сказать, что я поняла или к чему я пришла, это если вы переезжаете, то, по моему мнению, лучше заплатить 3000 за еще одно багажное место и взять с собой побольше каких-нибудь вещей, типа там что-то для быта, вот такое вот разное, чем покупать здесь все с самого начала. Понятно, что какую-нибудь мультиварку с собой не возьмешь, но какую-нибудь там мелкотуру, типа, не знаю, какой-нибудь миксер, что-то вот такое там,
как это называется, лампу вашу любимую, там, ну, короче, вот такое вот, то, что вам нужно для жизни, и без чего вы, ну, как бы не справитесь, лучше, наверное, реально заплатить, там, 3200, по-моему, еще одно багажное место стоит, и запихнуть все это в отдельный чемодан, сложить, чем потом все это покупать. Потому что вот мы въехали в абсолютно пустую квартиру, и я очень этому радуюсь, реально, я так и хотела. Но у нас складывается так, что мы покупаем там посуду, сковородки, там вот это вот все, короче, все. Потому что тут только раковина, туалет, ванна, кухня и кровать, все. Постельное белье наше, одеяло, подушки нам мама присылает тоже наши через Боксбери. Вот, и, наверное, если у вас нет такой возможности, что там кто-то вам что-то может прислать, то лучше реально купить чемодан, запихнуть все необходимое и взять с собой, потому что потом можно, конечно, это все купить, мы так и будем делать, просто... Нужно все и сразу, а все и сразу, как бы это либо у вас есть большие накопления, и вы все и сразу там можете купить, либо, ну, короче, просто максимум вещей, которые вот вам нужно, нужно с собой брать. Вот, потому что потом может быть дискомфортно из-за того, что там что-то там не получается пока купить и так далее. Поэтому вот такой совет. Огромнейшее спасибо, что посмотрели это видео до конца. Я надеюсь, вам понравилось. И не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и подписываться на канал. Это, правда, очень важно и нужно. Я желаю вам всего хорошего и увидимся в следующем видео. Пока-пока.